7-7 откроется, сами воронки открываются. Мы сейчас вот эту корзиночку возьмем. Вот. Нужна мне веревочка на балконе натянуть. Веревки старые, обрезанные. Вот. Иду такая, как Аленка, в лес собралась. Гляньте, как такая Аленушка. С корзиночкой, цветочница такая идет. Так, ну что, сейчас пройдем. Сумочки всякие разные. Как вот, вот все красиво, идешь прям. Цветы, ой, вообще. Сеянцы эти, ну как сказать, семена. Это ж вот, был бы у меня сейчас свой домик. Сейчас бы я семена в землю. Так красиво. Да. Все-таки выросла вот я в своем домике. И как мне вот это все близко-близко. Как мне все это понятно. И как дорого, Люба. Да, все, что с домиком связано. Я такая хозяечка. Такая маленькая была уже. Приглядывала, что старшие делают. Повторяла за ними. Поросенка кормила. Да. И боялась, что он мне пальчики все откусит. А он все так травку схватит. Я кить. Ой, Вася, говорю. Васька, 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 кить ему травку. Да. Курочек кормила. Была бы корова, я бы и доить бы научилась. И все. Вот представляете, если бы у нас была бы корова на момент моего рождения. Но уже ее не было. Дедушки сказали, что она туберкулезом заболела. Дедушка гнал корову на мясокомбинат и плакал. Вот. А бабушка говорит, обманули нас. Мясо надо было, видимо. Написали, что больная коровушка. Ой, гляньте. Это живое все. Ой, ребят, гляньте, какая красота. Это как они называются, вот которые у меня были. Вот, примула, примула. Ой, у меня же была, я вам показывала, да? У меня только оранжевая такая, солнечная. А все какие они красивенькие. Лампочки, 151 рублей сейчас они стоят. Да. А на 8 марта были дорогие, а красивые, да? Ой, с ума сойти. Красота. Вот чего надо купить, на кладбище посадить. Надо на кладбище посадить. Гляньте, какая прелесть. Вот чего мы возьмем, на кладбище посадим. Да? Ой, красота. Пойдемте дальше. Гляньте, Анютины глазки. На балкон такую вот такую подвесочку. Боже ж ты мой. А голубенькие какие. А божечка мой. Ой, божечка мой, какая все красота. Я прямо вот сними ко меня, вот фотограф, на фоне этого красоты вот этого. Ой, я вообще в сказку попала. Просто сказка. Да? Красота. И беленький, и красненький, и оранжевенький. Вот у меня такая была примулочка, вот такая вот. Вот она, вот такая у меня была. Красавочка. Ой, лапочки что такие. А красненькая, красивая. Гляньте, какая. Красота, да? Лапочки такие маленькие. Какие же вы красивенькие. Мы вот таких купим, на могилке посадим. Ой, такая красота. Ну-ка, пойдем дальше посмотрим. О, как красиво. Боже, какие-то цветы красивые. А это что такое? А это эти. Как они называются? Господи, забыла. Мои любимые вот эти вот. Как они называются? Бегония. Бегония. А вот эти, вот эти, вот эти. Петунья. Петунья. Ой, какие красивые. Гляньте, какая красота. Выставляют экспонаты эти продажные. Красота. Бегония какая красивая. А сколько же бегония по этот горшочек? 199. 199? Угу. Дива чудо. У нас такие были. Помнишь? Красота. Ой, красота. Ребят, это вообще это не передать словами. Ты идешь вот... Это ж вот... Мне прямо недаром пчелку сегодня прислала. Вот такую красоту Мария, да? 999. Дешевле даже, чем у нас в Магните, если не видела. В Магните 1099 стоит, а здесь 999. На 100 рублей дешевле. Что там? Ой, какая красота.